Всем привет! Пришли еще две хреновины из Китая. Да, пришли какие-то два маленьких пакетика. Да, давайте посмотрим. Так, здесь у нас... Короче, я не знаю, что здесь вообще есть. На ощупь даже не ощущается. Вот здесь более... На ощупь, так мне кажется, что тут очки. Здесь же я не знаю, что это. Давайте посмотрим. Так, вес посылки 5 грамм. На $1. Давайте посмотрим. О, пришел воблер. Прикольно. Можно будет ловить рыбку на воблера. Вот такой маленький воблер. Это как он криво сделал, хотя не криво. Ну, то есть воблер такой вот, он просто идет и дает волну. Крючочки вроде нормальные, хотя ну так не поймешь. Нет, сколько сол я тоже не знаю, что-то не следил за этими посылками. Так, давайте теперь вот этот пакетик вскроем. Предположительно, здесь очки. Так, по декларации. Стоимость посылки 2 бакса, вес 7 грамм. Да, конечно, да, это очки. И упакованы они, конечно, жесть так хреново. Так. Двое очков. Одни такие серые, а другие. А то на моей камере не очень хорошо видно. Ну, то есть одни серые, а другие такие. Такой цвет, как объяснить, такой, блин, переливается. Зеленовато-фиолетовый. Ну, я так думаю, что очки. Не на мою харю. Да, я думаю, что они не очень. Не, очки не на мою харю. Нужно искать побольше. Но может жене подойдет. Будто у нее двое очков. Вот так вот такие вот посылочки на сегодня. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, на группу в соцсетях. Контакт, Одноклассники, Инстаграм, Твиттер и Фейсбук. Всем спасибо, всем пока.